Количество абитуриентов растет каждый год. Ленский технологический техникум воспринимается выпускниками школ как удачный старт на пути получения высшего образования. Есть спрос, есть предложение. В этом году образовательное учреждение получило лицензии на две новые, актуальные для нашего региона специальности. И в этом году мы открыли две новые профессии. Это мастер по обслуживанию магистральных трубопроводов и слесарь. Слесарь-универсал. Там при получении этой профессии, по окончании профессии, наши студенты получат три квалификации. Также девочки у нас поступают на коммерческой основе по профессии экономика и бухучет, по специальности экономика и бухучет. И впервые в нашем техникуме в этом году новая форма заочно-вечерняя – это пожарная на базе 11 классов. Особой практикой в техникуме пользуется работа с предприятиями, что в последующем дают возможность студентам трудоустроиться. Прежде чем открыть ту или иную профессию, мы заключаем и подписываем договора, чтобы потом в дальнейшем наши студенты могли трудоустроиться и пройти практику именно на тех предприятиях, где они будут востребованы. В среднем срок обучения в техникуме 3 года. Например, автомеханики учатся 2 года и 10 месяцев. За это время студент может получить водительские права категории Б и С, диплом автослесаря и удостоверение мастера заправочной станции. Хорошая рабочая специальность становится фундаментом для дальнейшего повышения квалификации. Парень пришел, запланировал поступить, ну и выбрал эту технику, потому что как бы открывает, ну, в будущее путь, там большие возможности будут. Когда окончание, знаете, смогут дальше двигаться, можно хватаясь поступить на высшее какое-то. Мне нравятся машины, я буду поступать в дальнейшем на высшее образование, и я себя вижу в этой профессии. Диплом о среднеспециальном образовании – это всего лишь первый шаг. Но какой бы путь ни выбрал выпускник техникума, продолжить учиться или начать работать – это уже уверенный взгляд в будущее. Дмитрий Вельчевский, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край».